Азербайджан как участник СНГ заинтересован в продолжении сотрудничества в рамках данной многосторонней платформы в соответствии с принципами равенства стран, территориальной целостности и развития взаимовыгодных связей на двусторонней основе. Об этом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил на министерских дебатах Совбеза ООН. Мы приветствуем усилия ООН, других международных, региональных и субрегиональных организаций для развития сотрудничества и координации, а также усиления возможностей борьбы стран-членов с международным терроризмом и организованной преступностью. Сотрудничество между ООН и региональными организациями необходимо с точки зрения поощрения целей и принципов организации. В ряде случаев ясно, что региональные и субрегиональные организации являются незаменимыми механизмами в этом отношении. Наряду с этим все еще существуют серьезные проблемы. Региональные организации способны понимать угрозы и трудности, с которыми сталкиваются их регионы. Однако не все обладают способностью, политической волей и институциональным потенциалом исполнять соответствующие обязательства, определенные законами.